12 мая в Крымском федеральном университете имени Владимира Ивановича Вернадского прошло выездное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации «Развитие агропромышленного комплекса как инструмента сохранения сельских территорий». Мы здесь собрались для того, чтобы эти вопросы решить быстро, оперативно. Вы знаете все проблемы, которые были связаны и связаны с санкциями, и знаете уже ответы наших руководителей, что для нас санкции не имеют никакого значения. Для этого мы должны сами выполнить те необходимые условия и мероприятия, которые позволят в первую очередь Крыму стать самодостаточным в продовольственном плане, чтобы была полная продовольственная безопасность. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся земельных отношений, овощеводства, садоводства, виноградарства, основных направлений стратегии развития сельского хозяйства в регионе, а также перерабатывающей промышленности. Потому что вопрос вот этот, он для нас ключевой. Мы работаем в глобальном рынке не только внутри Российской Федерации, конкурируя регионы между собой, но и в глобальном рынке мировом. Продавая туда зерно, и сейчас мы стремимся выйти туда, на экспорт животноводческой продукции. Но не все нас хотят туда, скажем, увидеть там. Поэтому вот этот вопрос, который мы для себя определили как стратегически приоритетный для Республики Крым, это и для, мы говорим, для, в целом для Российской Федерации, мы должны создавать конкурентное производство, и цены должны быть для нашего потребителя не завышенными. Выявить и решить проблемы аграрного сектора на полуострове можно с помощью масштабного мониторинга и глубокого анализа. Нам нужно понимать, что такое объем возможностей по производству тех культур, которые здесь максимально эффективны, какой объем потребления, переработки, потому что если у нас одного из этих элементов нет, значит мы должны ответить на вопрос, а нужно ли это в целом Российской Федерации. Данное мероприятие позволит ускорить интеграцию сельхозсектора полуострова в общее пространство народного хозяйства России.